Приветствую вас на канале Мир Коллекционера, с вами Ярко Коинс. И сегодня НБУ опубликовал очередную новость. На торгах 15 марта 2019 года на одном из аукционов, который был проведен на универсальной торговой бирже «Контрактовый дом», было выставлено 9 довольно редких памятных монет Украины, посвященных 25-летию независимости Украины. Как вы знаете, данная монета была введена Национальным банком Украины в обращении 17 августа 2016 года. Монета весом 62,2 грамма золота. Тираж всего 400 монет. Номинал монеты 250 гривен. То есть 400 монет, сами представляете, какая это редкость. И вот сегодня было реализовано на аукционе 9 таких монет. Как сообщается пресс-службой НБУ, самая дорогая монета была продана за 166 779 гривен, а минимальная цена продажи составила 146 779 гривен за монету. То есть общее количество вырученных денег за 9 проданных золотых монет составило 1 миллион 400 тысяч гривен. Довольно-таки хорошие деньги принесли торги по данной монете. Как вы видите, монета диаметром 42 мм, качество чеканки специальный uncirculated, гурт гладкий и с углубленной надписью. Напишите, что вы думаете по последней цене проходов данных монет на аукционе. Нравится ли вам эта монета? Может быть, у вас есть набор, посвященный 25-летию украинской независимости. У меня такой в коллекции есть. Если видео наберет достаточное количество лайков, я думаю, что я сделаю отдельный видеообзор по данному набору. До новых встреч, друзья! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрыше ценных призов.